Думал, не заметят? Госавтоинспекция Екатеринбурга привлекла к ответственности водителя, который лихо проехался по встречке. Видео инцидента попало в сеть. Автомобилист объехал машину, игнорируя дорожную разметку. Инспекторы возбудились и пригласили водителя на серьезный разговор. Лихачом оказался местный житель Верхней Пышмы. Опасный маневр он объяснил тем, что не местный и плохо знает дороги в Екатеринбурге. Впрочем, от наказания это не спасло. Автоинспекторы привлекли лихача к административной ответственности за нарушение правил пользования внешними сетевыми приборами, аварийной сигнализацией, также за несоблюдение требований обязательного страхования и гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Помимо этого, на водителя составлен материал за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или дорожной разметкой.